Сахасирер бар шахталарга контролу үле ытыллыга бутунан бүгүнкү Кускай гейлдер ханы кытыр көрсүүгө Россия кутталга суук болууга себептен секретари Николай Патрушев этти. Игорь Борисов сахы болбут мир рудникка түйүндөр күнүстөрү ытыллар быгыр үле каамытын сейили билинетти. Атырджак энтедес күнөр алыроса компания мир рудникин шахтатыгар уу кийрен рабочедер олоктуро кутталы үескетти. Билгенде гана сиранныттан каалбыт агыс кийинет Дилгата билдибет, сахал кенттен сүйс түйдөн үс кейіні таар бұттыры, үс кейі балыға сытар тұруптыры тенге. Патрушев мандық түбелтті қатылыны суықта деді. Действия по спасению людей, они были организованы очень быстро. Конечно, были очень большие сложности. Во-первых, после этого случая электричество ушло. И, соответственно, по принятым оперативным мерам было восстановлено очень быстро. И это дало возможность все-таки спасти 143 человека. Сегодня работы ведутся по нескольким направлениям. Первое – это аварийно-спасательные работы продолжаются. Методика по ходу тоже меняется с учетом ситуации, которая создается каждый день.